ключевых мероприятий по информационной безопасности как с одной стороны, со стороны регуляторов, так и со стороны поднадзорных организаций. Проблематика, которая будет затронута на Уральском форуме, она действительно актуальна для всех. Информацию, которую можно там получить, она просто огромная, она бесценна. Уральский форум позволяет встречаться заслуженным мэтром и новому поколению, обеспечивать преемственность, обеспечивать движение вперед. Хорошее клубное общение, которое позволяет разрешить очень много вопросов. Иногда даже решить достаточно сложные задачи, которые как-то так вот в суете работы и без такой постоянной какого-то общения с коллегами сложно бывает порой решить и сложно выделить на это время. Самое главное в этом мероприятии, это, конечно, атмосфера. Атмосфера такого безудержного, если можно сказать, общения, раскрепощенного общения. То есть твои единомышленники, вы говорите на одном языке и не боишься быть непонятым. Есть еще одна очень важная фича, это снег, это лыжи, это возможность попариться в бане. Уральский форум — это не только место для отдыха, но и отдыхать там достаточно приятно и хорошо. Знаете, 100% в нашей жизни нельзя никогда говорить, но очень многие планируют, да.